Всем привет! Мы начинаем третий выпуск «Горячей десятки» второго сезона Star серии на StarLadder TV. Две трети второго сезона остались позади. Всего 5 туров отделяют нас от LAN-финала в Киеве. За прошедшую неделю страсти накалялись до предела. Ветеранам Звездной Лиги так и не удалось укротить молодых и амбициозных командиров команд-новичков. За последние пару туров NoRG и Dead Angel лишь только укрепили свои позиции в четверке лидеров. Warning и Вред Призрак тем временем уверенно занимают середину Старлиги. Масоны по итогам 10 отыгранных матчей добрались до 8-й позиции. А вторая команда Тузов на 10-й. А мы переходим к нашей десятке. Третий ход Тен открывает выстрел Куска из Red Aces. Если в прошлом сезоне Кусок показывал чудеса на Т-50, то во втором сезоне он выбрал для себя Хумель и теперь накидывает куда жестче. Рази из Rush 3 не удалось укрыться от меткого выстрела. На 9-м месте отличный выстрел левши по 13.90, погнавшегося за 502-м. Нечасто мы видим взорванную боеукладку у французских танков, но в этот раз удача была на стороне профессионального СТ-вода. Если весь матч складывается не в пользу твоей команды, значит настало время для решительных действий и нестандартных тактических решений. Именно так и поступили бойцы команды Red Rush Team 3 в последнем 5-м бою против Unity. 3 легких танка 5-го уровня, 1 француз и 2 першинга с грилем принесли победу команде Лас-Вегаса в бою. Но не в матче. А жаль, 8-я позиция. На 7-й позиции бесстрашные. Немногие команды могут устоять перед атакой Red Rush 1. Приняв основной удар на себя, Козюлька из Fearless выиграла время для Скума и Биг Мау, которые и закрыли ловушку, умело организованную Императором. Thank you.
Шестое место занимают пчелки, создавшие классные клещи на выезде из города. На карте линия Зигфрида. Отдельного внимания заслуживает сам The Hive, который в очередной раз доказал, что 50-2 – это танк, который способен справиться даже с самым сильным соперником. Молниеносным проходом рекрут отрезал все пути отхода основным силам Dead Red Army. Пятое место за первой командой Red Rush. Deluxe, Strike и Kirilloid показали высочайший уровень контроля над ситуацией. Они вовремя отреагировали на контратаку команды Dead Angel и успели занять выгодную позицию для ее отражения. Отличный персональный скилл и командный фокус фаер, а также меткий выстрел Эклипса решили исход встречи. Бодрая танковая рубилова 3-3. Решали между собой, кто сильнее, Гра и Юнити. Две команды Красного Альянса сошлись на выезде из города. Стоило заметить, что Юнити не стали дожидаться, пока танки Гра выйдут из города и развернутся в боевой порядок. Решительным броском Левша, Дайвер и Пази заперли тяжей Гра. И даже отстрелявшийся по Пази Нурыгей своего 13-90 не смог их остановить. Что ж, вот и пришел момент узнать, кто же за последнюю неделю заставил своих соперников больше остальных недоумевать о случившемся. Тройку самых ярких моментов открывают Говы из роты Браво. Хатик сделал все возможное и невозможное, чтобы вытащить стрельника и Рочеса на прямую наводку Жуки. В свою очередь, арта Синерджи отработала на все 100%, стрельников и Рочес так и не успели понять, что произошло. We'll be right back.
втором месте третьего Hot Ten. Два бойца команды, которые имеют все шансы приехать на LAN-финал в Киев. Токарь и Юрок из GRA Team 1. Команды, которые на данный момент уверенно занимают четвертую позицию Звездной Лиги, сошлись в неравном бою против того, кто знает, что такое настоящая сила. Удачи и везение не перестают сопутствовать Мункису. И вот он, топ-1. Нет, вы не ослышались. Именно он, страйк из всех тех же Red Rush Team 1, на заслуженном первом месте третьей горячей десятки стар-серии второго сезона на StarLadder TV. Если за твоей спиной верные товарищи, чей скилл не вызывает у тебя сомнения, тебе не страшны орудия оппонентов. Даже если ты на одном из самых ватных танков в игре, а против тебя вся огневая мощь команды соперника. За мастерский уровень владения техникой, за колоссальный скилл выживаемости и за огромную волю к победе Strike из Red Rush Team 1 занимает первое место в нашей горячей десятке. Официальный сайт игры World of Tanks.ru. Официальный сайт турнира вот StarLadder TV. Партнер дисциплины Wargaming.net. Главный технологический партнер — корпорация Intel. Генеральный партнер — компания Asus. Игровой центр Киев Киберспорт Арена.